поплыли сюда. Угу. Уже позакаляешься тут сейчас. Ребенок. Я хочу позакаляться. Ловят, видишь, как? Да. Успевает. Ну и вода что-то грязная, мутная какая-то. Ну там подальше. С чего? Вроде бы. Нет, вообще просто с чего бы. И обычно утром все равно вода вот так вот выходишь, чистишь. А тут кто-то ласту обломал. А может она такая была, что-то она как-то обломана странно. Ровно. Может кто-то использовал ласты, обрезанные как тапочки. Скорее кто-то потерял. А потом уехал, уезжая, просто оставил тапочки на берегу и все. Прощай, море. Тогда надо сказать, что это был кто-то одноногий. Да, уже никто не чистит. Чего чистить? Отстаньте, ради бога. Даже кукурузные обедки не собирают. Ну, как-то они портят вид. Саша, а кто сказал, что эти обедки отсюда появились? Ах, они оттуда вынесли. Это с Турции? Ах, этот Эрдоган. Да, Эрдоган. Все, сезон закончился. 30 сентября закрыли год налоговую. В налоговую сдали уже все документы, что все, деятельность свою прекратили, поэтому с первого числа уже ничего не чистят. Мы тут не работаем. Ну, да. Мы тут. Не, ну тут смотри, а тут еще вполне вот рабочий вид. Это еще какой-нибудь санаторий. Ну так, выставили на всякий случай, если вдруг кто какой малахольный приблудится. Вот эта территория вообще санаторий. Угу. Поэтому здесь люди просто с санаторными книжками приходят и сидят. Если нет санаторной книжки, ну значит, ладно, встанут и освободят лежак, если кому-то так критично. Он тоже кто-то, хочет сказать, ходил. А припахивает, да? Гнильцой-то. Гниет же. Но... Гнильцой. А как оно будет иначе? Да, я помню, мы первый раз приехали, какая, во-первых, была эта комка ужасная. Если бы такая комка была вот этот год, все бы сказали, что это ужас. А мы ничего, купались тогда, и нам казалось, ну да нормально. Слушай, видишь, вот эта штуковина у него, как у Лёлика. Ну человек уже много лет этим занимается. В бриллиантовой руке. Он же уже, я не знаю, даже не представляю, сколько лет он тут. Изо дня в день, из года в год. Угу. Приходит и вот. Как на работу. Его уж все знают. Он же тогда нам рассказывал, что женщина-то потеряла золото на 300 тысяч. За ним прибежали скорее. Спасай, помогай. А то там у тетки уже инфаркт, инсульт и все на свете. И что, и нашел? Не знаю. Меня как-то не особо волнует. Ну, на заметку взял, да? Меня просто как-то в недоумение сам факт поверг. Зачем с таким количеством вообще золота? Вообще зачем золото тащить на пляж? Вообще зачем его тащить на юг, на отдых? Нафига оно тут нужно, это золото? Что им делать? Кого поражать? Вот тут, хотя, смотри, водоросли, но они смотрятся как-то очень гармонично, когда без грязи. Thank you.
кабельные гольды. А здесь наоборот. Здесь наоборот вот такие. Это тоже что-то. Это рахит. В детстве перенесенный хороший такой рахит. Ну, не знаю. Как можно развалить ракету, когда все такие благополучные? Может быть, действительно в детстве было плохо, плохо, плохо. В детском доме, в роддоме сразу отказались, отдали в дом малютки в голодный год. Там у них вообще был уголовный рахит. Такие люди выросли. Этот синдром остается. Вышел, сразу растерся и сразу переоделся. Да я думаю, мы еще искупаемся. Не, искупаемся. Вот это муха уйдет, да. В середине октября обещают бабье лето. Не, еще одно. Я говорю, немножко штормит. Вот сюда вот уже волна пробивает. Тут, может быть, и чистят. Смотри, весь тут и проборонили. Ну да. Здесь уже вот муниципальный тряп как раз, да, возьмем. Вычищаем. Вот это еду вроде копки жалко. Копки снимают и не обдувает очень сильно копки. А копки жалко. Вот, наверное, в такой момент жилеты не нужны. Да вижу, вижу. Thank you.
Вон, видишь, даже трубка торчит. Угу. Они вот здесь вот. То есть они вот здесь рыбу бьют. На это не хотя казалось. Ну, бьют, конечно. Мы же видели, сколько раз. Медуза. Да. Я недавно считал, что их еще и едят. Вот мы дошли до Анапки. И продолжаем дальше нашу прогулку. Но это, наверное, будет уже отдельный сюжет. Продолжаем наше движение. Наташа уже ушла далеко вперед. Сейчас я ее буду догонять. Ну, заодно посмотрим, как стабилизатор работает.
работает при быстрой ходьбе. Еще раз благодарю всех моих подписчиков. Список вот я сейчас приведу тоже в подсказке. Посмотрите весь этот список. Ну, туда еще, может быть, человека два не вошло, но, по крайней мере, это достаточно полный список всех, кто делал взносы на этот стабилизатор. И вы увидите это вот в этом видео, которое сейчас по подсказке всплыло. А, музыка. Идем быстрее тогда. Привет. Да, Вован говорил, вроде бы, надо его приехать к компьютеру. Из-за своей музыки потеряли шикарную возможность отрекламировать место. Нет, просто мне что нравится, здесь всегда вот это вот работает круглый год, это ларёк у них. Мне, в общем-то, выпечка вкусная. Да, Фатинья, да? Ой. Да, он, ну, Фатинья. Я не знаю, он от них работает или Фатинья, они кого-то там поставили. Нет, вообще, знаешь, со временем я поняла, что вот это один из лучших отелей. По расположению, не знаю, как там внутри у них, что там, какие услуги, но по расположению очень удобно. Угу. И они ведь за счет этого круглый год работают. Вроде и в стороне грохота такого нет, как там в центре все эти дискотеки. И в то же время до центра дойти пешком, вот по набережной. Угу. Хочешь, сел на автобус. Море вот под окнами буквально. Ну, да, да. И в то же время тут уже тебя аналог. Такого шума гамма нет, как в самом центре. Но в то же время сервис весь тот же. Да тут и до центра вот рукой подать. Так я говорю, вот, например, выше, вот прошел по набережной. Да, или до там фонтанов, или здесь, до рынка центрального, вон, да. Вон северный, или подальше центральный. Парк развлечений вот теперь. Вообще, позорное место. Всякие плюшки рядом, чайку можно попить. Тут уже сувениры, пожалуйста, все те же самые, что и в центре. Все то же. Так, подсниму камыши. Одно плохо, наверное, комаров немного. Вообще черные тучки идут, однако надо делать ноги. Да, да. Я вот тоже говорю, да. Лодки тоже потихоньку по кустам расползаются. Чайки тоже. На платки на эти смотрю, что там воду купить, а потом вспоминаю, что у меня лежит пуховая посуда. Я ее за все годы ни разу не достала.
стало, кроме как встряхнуться. Не, у меня не косынка, у меня платок прямо настоящий. Да, листики падают, это вот здорово. Кран работает, что-то опять нас прячет. Ну там какой-то аттракцион, видимо, делают очередной. Наверное. Парк джунглей. Да, первоначально назвать хотели книга джунглей, но потом, видимо. Красиво, как пионер. Да. И там сейчас на Пионерский проспект такая перспектива интересная открывается. Вот именно вот так вот видно. Красиво. И вид такой получился, знаешь, опять вот очень городской. Так, ну тут... Стройка развернулась, видимо, что-то, ух, такое будет грандиозное. Даже трудно себе представить, что здесь будет. Шпалы пропитанные. Угу. Вот, смотри, какая ханна красивая, цвет какой необычный. Здорово, здорово. Расчехляют тир. Не покачалась, она вот так полазила. Да. Мстислав Храбрый в сторонке остался. Да. Перенесли бы его отсюда, а то получается, что он этот весь шалман благословляет. Ну, видишь, говорят же, что нетолерантно, потому что он в свое время косогов побил. Мол, косоги могут обидеться. На косогов. Кто бы показал хоть одного косога? Вот косок. Извините, что мы вас полили. Правда, не помню даже когда. Лет 500 назад. Вот, наверное, уже не очень. Тогда и Лермонтова не надо в школе преподавать. Да, когда-то здесь
парусник стоял, лодка. Ну, они парусом. Его наверняка куда-то отвели. Ну, конечно. А, ну там сейчас все цирком занято, вон вагончик. Короче, они от животных все говно сплавляют в Анапу. Ну, возможно, возможно. Ну, а куда они вон стоят? По Анапу. Соответственно, купаться в Анапе лучше не надо. Вот там я у моря смотрю, что веточки плюхаются. Угу. Ну смотри, несмотря на жаркое лето и на то, что росточки-то маленькие посадили, а все равно принялись некоторые. Ну некоторые, нет, ну понятно, что некоторые все равно примут. Но больше эта часть не принялась. Угу. Это больше... гейзер, видишь? Гейзер. Там он электрики работает, а это что-то. А про гейзер все забыли. Или не видят. Смотри, какие красивые. Особо. Тебя катали? Потому что меня бы не хватило. Я бы, наверное, все, вот на одной покаталась и все. И меня бы долго в кустах мама отмывала водичкой и отпаивала. Долго мама ребенка искала. Потому что это все. Поэтому я и... Доченька где-то... Я и не понимаю, Валю. В кусточках блевала. Да. Вот смотри, Бастилия какой-то аттракцион тут сделали. Ой, да лазилка. Ну, лазилка, но... Веревочный городок, то есть все там, за навесиком, за этим, спрятан. Это сколько человек? Гондо. А, ну это вот там, наверху был пыхаться. Кабинки. А что там в кабинках интересно? Вообще интересно. Колесо 300 рублей нет. А его? А вырубайте. А говорили, будет дешевле? Да, вот парк развлечений джунглей закончился. И тут уже такая дикая пошла территория. Ну тут тоже что-то, да, стояло, убрали. А, тут батут, по-моему, стоял, да. Я говорю, дикое предпринимательство. А вон там какой-то сарайчик на гору. Что-то его не было раньше. Вон там. Ну да, да. Что-то какая-то площадка. А может, и кафешка какая-то. А может, туалет тоже. Ни одного туалета здесь не увидели. Так, ну что, надо, по-моему, сворачиваться. Смотри. Не, ну действительно, сейчас он дождь разойдется, потом что я? Стабилизатор, он денег стоит. А ему дождь сильно вредит, да? Конечно. Так, друзья, начинается дождь, и вот здесь, вот в детском парке, мы сейчас заканчиваем нашу съемку, поэтому... Кто не подписан на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всего вам доброго. До следующих встреч. А вот Наташа куда-то полезла. Представляешь, ты сюда поднимаешься, это было запрещено. Да. Без снаряжения и без инструктора.